мы сегодня идем в мясную лавку. Сейчас я покажу, где она находится и что там продается. Идем не за мясом, идем за колбаской. За вкусной колбаской. Покажу, какая вкусная колбаска здесь продается. Подходим к этому магазину. Он располагается на улице Чайка. Какой дом, не знаю. А, 12-й вот. Увидела циферки. Ева, дай мне руку, дорогу переходим. Ева! Здесь помещение в аренду сдается. А здесь как раз наша любимая лавка. Здесь называется Дева. Так, почему закрыто? Закрыто. А когда будет суджук? Может, что-нибудь другое возьму? Мясо, может, какое-то. Колбаска у них закончилась. Разбирают очень быстро. Сказала, что берут даже по 10 штук сразу. Поэтому будем ждать вторника, чтобы купить колбаску вкусную.